Всем здравствуйте, и мы опять на моем канале Жигули 99. И сегодня мы опять будем играть с другом на взводе. Всем здравствуйте. Ага. Если вы его, конечно, услышите. Да. Ну все, я приглашу, хоть я отправил. Давай. В ангарчик. Нихре. Ну я опять на своем фарм-танке поеду. А давай-ка сейчас на четверках скатаемся. А сейчас хочу просто проверить от вас, я немножечко на Т-34 хочу, сейчас подожди, я открою контейнер, у меня засветилось, чуть-чуть засветилось. Ну, 25 тысяч мне уже нормально. Может, парочку танков прикупить четвертого. Конечно, когда была черная пятница, было бы вообще офигенно, там вообще можно было, к примеру, пятерку купить за 200 тысяч серебра. Так, что там еще можно было? Там просто все танки за полцены были. Все, готов? Бой! Да, я просто хотел отменить, да, типа, аватарку. А, ну ладно, потом поставишь. Я ее хотел наоборот отменить. То есть просто ее нажать, чтобы она не гала, не разжала оценку этим кариком. Ой. А почему я на дне? Ну все, будем говно хавать. Это у меня ходзор. А ходзор это неплохо, я у меня опять буду. А, то есть я же на этом чурчили. Да, я на чурчили быстро бегал, то есть забыл. Понятно. О! Это я. Оп, взял, более-менее можно играть. А чё, экран более-менее нормально. Настали. О, зато пинка что-то увидел. Пинка нормально. Ну, все, погнали. Кювет, блин. Давай только, пожалуйста, без матных слов. А то точно забанят. Вроде ремня не получил. Ай! О! Зря сказал. Накаркал на себе. Да. За это надо подзатыльник. Он такой смачный на пол хп. Да. Так, а кто тебе так хорошо смачно дал? Кювет. А, там КВ есть. Да. Понятно, значит, сильно уж не вылезаем. Так, ты на 111 дал. А что у меня сейчас то ярче, что темнее делается экран? Не знаю. Не знаешь? А вы щит хороший делает. Ага. Щит, по которому, кстати, не стреляют. Ну, и который сам идет огонь. Ай. Ай, больно, больно, больно. Все. Все, прячемся. Получил. Очень больно получил. Так, на меня ходзор немножечко решил полагаться. Так, меняем позицию. Все, прячемся. Валим. Пока шашлык не приготовился. А то из меня выйдет чудесный шашлычок. Первый сорт. Шашлык первый сорт заказывали домой. Надо. Мне их не заказывали, не надо. А, за мной. Матильда едет. Блин. Все, не доехала. Тут бродил. А нет, хорошо. Стою немножечко. О! Интересно, куда мне Т-34 не пробило. Вот стоковая пушка. Стоковая? По-моему. Ну, нет, у него, по-моему, стоковая. Так. Да, в сторону. Блин. Скосил. Т-34 прибрать. О, А-20. Ой-ой-ой! Хави-хави-хави! Я слился. Сейчас найдем тебя. Сейчас посмотрим, как у тебя ситуация тут. Нет, сейчас тоже не ушкуда. Поздулься. Да. Причем так, что я тоже на одну клюху. Меня сейчас не пробил. Ну понятно. Эй, не сейчас. Если жив.
КВ ко мне лезет. Серьезно? Изыди, изыди, нечисть. Не лезь. Вот реально лезет. Серьезно? Он реально лезет. Стоять. Стоять. Не путю. Ой. Не путю. Второй сдулся. Ну все. Все-таки пропутил. Вообще красиво. Такой реально полезет. Извини. Понятно. Я потом посмотрю, как сделать, чтобы у меня все же прямой эфир получился. Все, теперь на пятерках поеду. А то я бы сначала книги данной аватарку. А я на данную аватарку поставлю. Теперь можно. Еще нельзя. На КВ? Нет, на КВ они сейчас не учатся. Чичага. Чичага уже есть. Был. Я хочу себе. Ну, как бы. О, мой любимый прошивончик. Я для него как штопленная иголочка. Так, я опять в топе. Все. Ну, плюс я типа за 4G, ты в основном в 90% ты будешь в топе. 90% ты в топе. Забыл, что ты 1%. А, нет, топ. Ну что? Сейчас мы опять поиграем. Чёрт пойми, что. Да. Ну, конечно, я не знаю, Серега согласится сегодня еще Reader Rush Online. Небольшой. В принципе, игра у меня еще осталась. Это. А, ну ты согласишься со мной? Мне вообще фиолетово. А, значит, сыграем. О, опять 8-1 стал. Чё за хрень? То 8.0, то 8.1. А я, конечно, знаю почему. Я бусоры не использовал. А у тебя случайно ты окончательный без, ну, в слоте для обучения экипажа не стоит? Чего не стоит? Ты окончательный. Ну, то есть, ну, проще говоря, немножко ускоряет, тогда у тебя остается там меньше 10% хп. Я ничего не знаю. Нет у меня даже, когда хп полное. О! Серега, тут елочка стоит на гусле. Смотри, где наши все команды. Решили поддержать один КВ, то что ты сам сейчас один. Ой, ё-моё, я против ёлочки, ты 3-4. Значит, нам надо пора волшебную команду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас будет шашлик. О, никого не пройдет. Ура-ура-ура-ура. Блин, всё. Меня кто-то... С базы вражеской как раз по прямой стрельнул. А, вот куда все тут. Я сейчас заметил. Ё-моё! И... Решили одного КВ поддержать. Называется. Нифига себе. В итоге... Когда вот там... А там фронт весь просрали. А там весь фронт просрали. Там сколько? Там... Сам говоришь, меня не отсекаться, сам, сам же и отсекаешься. Логично. Такие два нестандарта у вас. Ну все, вот там фронт у вас проигран. Потому что там со мной один чувак только поехал, и то он тоже у слился. У нас проигран. У нас сейчас все хорошо на нашем. На нашем участке фронта. На вашем, да. Вот, да, вон мне. Полная попа. Ну да, я там второй по сорту сдох. Сортный порядок. Первосортный. Первосортным сейчас скажу, кто был. ПЗ4Д. Ну вот. А я ПЗ4Г говно. То есть ПЗ4Д дерьмо, а ПЗ4Г говно. Сперва дерьмо сдохло, а потом говно сдохло. О, нифига себе, понял, там... Понял, нифига себе, какой там фронт держал. С ПЗ4Д. Суровый фронт держали. Иди поляди. Спасибо. Вот что значит, когда не было команды. Нужный момент. Ага. Чтобы был фронт просран. Да. Вообще красавцы, просрали фронт. Ну да, у нас получилось первый раз поражение, значит у нас будут поражения. Не всегда. Не всегда? Вот фронт наоборот работает. Я вам так скажу, это ну, у вас трое тут осталось. Сейчас посмотрю вот так, ну-ка вот так, понятно? А где еще один? А 20 вообще там за домиком стоит? Там не били. Били? Да.
родили. Мы картонную броню. Картошку, картошечка была повержена. Картоха на бронировании моего, сейчас танк. А кстати, а у картошки у самой есть танки свои? Картошки? Или только наши отечественные? Ну, у картошки какие танки? Вооружение. Да. Нет, я, по-моему, нет ничего. Украина пытается что-то сделать, а как? Украина вообще закупается нашей техникой, еще американской техникой, считая нашу технику говном. Ну, они вообще-то как бы некоторые проекты реализовывают, которые наш проект делает. Ну, понятно. Ну, я не знаю, это я с микрофоном попробовал. В принципе, сейчас эфирное время у нас скоро закончится. Хорошо, ты не боишься. Ну да, и мы тогда еще выпустим один ролик. То есть мы примерно за час планируем его у нас получается сейчас второй ролик за этот час. А что, в принципе, неплохо. Кстати, я здесь знаю офигенное место. Правда, здесь это можно только на ёлочки или на MX залезть. В офигенное место. И ты узнай, как на крышу попасть. А это уже в тренировочных боях попробую сделать. Так, встаём самым жирным местом. Самым пухленьким. Самым пробиваемым местом. Так. Прострельчик. Нет, он прострелил. Так. О, моя жопа не торчит. Вот там. А ты так простреливаешь? Я так простреливаю. Давай, кавыш. О. Блин, зачего все не лезут? Помочь? Нет, я тут там. По средним танкам можно справиться и в одиночку. Ага. У тебя только там и альфа, а у него альфа. Я второй раз эти засветился. Короче, я поехал помогать. Да, и можешь помогать, Тебе лучше помочь, это что? Ууу! Лучше проехать помогать, там Хадзор еще едет. Ой, ё-моё, я вовремя, кажется, приехал. Ну, слушай, я с другой стороны буду ехать. Чтоб их с тыла. Чтоб тыл немного подогреть. А на меня КВ огреться? Не, на меня до сих пор огреться. Не, он то на меня, то на тебя. Ух, это зрачка. А, вот это на тебя. Ой, на меня тут еще и у сбортика агрится немножечко. А, на меня тут 3-4 агрится. Ой, все, у меня шли. Мы остались в одиночку. Ой, ё-моё. Да. Надо ехать в нормальной позиции. Ай-яй-яй, больно. Что, слился? Да, ну, конечно. Леопард с одной стороны, тут с другой стороны. Угадай, кто. Ага, я тут вообще с 8 хп жил. Ну все, у нас тут третий раз подряд слив. Ну ладно, всем пока-пока, я с вами был Серега Веселая Жопа и Кирилл. Как, Серега, как у тебя канал называется? Пока что там никаких роликов нет, так что можешь пока что не подписываться. Ё-моё, вот почему я не люблю выезжать на ПВ. Смотри. Понял? Да. Вы все поняли, почему я не люблю КВ, а почему люблю ПЗ. Хотя на третьем месте. Ладно, всем пока-пока. С вами, ну как говорю, Серега Веселый Жопа был и Кирюха. Ну все, всем удачи. Угу.